Итак, начало работы с программой CROT. То есть открываем подготовленный файл A2.0 с двумя объектами. То есть, как видно, на сыром файле ничего не видно. То есть, что нужно, чтобы эти данные можно было как-то отличить? Для начала я рекомендую увеличить развертку в 2 раза. То есть сейчас у нас рабочий 256 наносекунд. Я рекомендую ее увеличить в 2 раза до 128 наносекунд. Для этого я увеличиваю функцию увеличить по Y, по оси времени в 2 раза. Шаг по профилю 5 сантиметров, расстояние между антеннами 1 метр, время, глубина профиля 128 наносекунд, уровень нуля выставлен. Также можно обратить внимание на настройки фильтрации, которые сейчас стоят. Далее, как мы увеличили в 2 раза разрез по времени, и теперь нам нужно сделать так, чтобы наши объекты, которые здесь присутствуют на разрезе, были более различимы. Для этого мы оставляем черно-белую шкалу, для тех, кто любит работать в градации серых цветов, и выбираем режим измерений линейный. Далее наши объекты, пусть и не четко, пусть и не ярко, но вполне отличимы на разрезе. Можно их также померить инструментом гипербола. Высота данного объекта 71 сантиметр глубина. Глубина второго объекта порядка метра. То есть готово. Можете использовать данный прием, данные настройки для того, чтобы невидимое сделать видимым. Спасибо за внимание.